послушай меня. А знаешь, что Маша про тебя сказала? То, что Серега играет лучше тебя, и на конкурс пойдет он, а не ты. Как? Серега, стой! Стой! А знаешь, что Димка про тебя сказал? Что? Что он лучше тебя на гитаре играет. С этого момента, пожалуйста, поподробней. Мама, ты уже пришла? Да, я пришла раньше. Хочешь узнать почему? Почему? Потому что со мной никто не общается, и все считают, что я сплетница. Вот как? Да. А это действительно так? Ну подумаешь, пусть все это знают. И много их? Тех, кто обижен на тебя? Да весь класс. Дочь, ну ты же понимаешь, что сплетни — это очень плохо. Мама, я не сплетничаю, понимаешь? А что же ты делаешь? Я говорю правду, пусть это все знают. Ну-ка, пойдем. Зачем мы сюда пришли? Сейчас узнаешь. Ну-ка, держи подушку. А теперь раскидай эти перья по ветру. Что? Зачем? Сделай так. Я разбросала, и что дальше? Теперь что собирать? Да это же нереально. А ты попробуй. Перья разлетелись по ветру, и их уже не собрать. Вот так и сказаны тобой слова. Уже невозможно вернуть назад, и вред, причиненный ими, уже не возместить.